Отслеживать прозрачность и законность выборов в Алтайском крае будут 4500 человек, прошедших специальное обучение. Их подготовили региональная общественная палата и краевой штаб общественного наблюдения за проведением выборов. Создан штаб по выборам, по наблюдению за выборами. Мы со своей стороны будем прилагать максимальные усилия для того, чтобы выборы были максимально прозрачны. Значит, если будут какие-то там, так скажем, вопросы, нюансы, чтобы они все фиксировались. Заинтересованы в контроле законности процедуры голосования и политические партии. Наибольшее число наблюдателей на участке направила «Единая Россия». В этом году подготовка была особенно тщательной, как из-за масштабности выборов, так и из-за трехдневного голосования и необходимости соблюдать санитарные нормы на избирательных участках. В три дня голосования на избирательных участках от регионального отделения партии «Единая Россия» будет работать 1836 наблюдателей, и это не считая тех наблюдателей, которые будут направлены от кандидатов-одномандатников. Поэтому пул наблюдателей может составить до 3000 человек. Ну и, конечно же, эти люди подготовлены, они прошли соответствующее обучение и будут работать на избирательных участках для того, чтобы соблюдать законность, открытость голосования, в случае чего получат юридическую консультацию и отреагируют для того, чтобы у нас на выборах все прошло честно. Единороссы также ранее инициировали соглашение о безопасности выборов, которое было подписано в июле, в том числе и некоторыми другими партиями. Оно предполагает проведение избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями. Напомним, всего в Алтайском крае будет работать 1793 избирательных участка. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком.